Здорово, народ! Набьё подъехало! Рад вас видеть! Я, как самый настоящий фан вселенной Марвел и комиксов в целом, очень-очень-очень ждал «Мстители. Финал». Если ты тоже любишь Марвел, ставь лайк и пиши в комментах, какой твой любимый герой. И вот, видимо, из-за того, что на дворе майские, да и картина достаточно ожидаемая, очереди просто нереальные. Попал на фильм я только несколько дней назад. Посмотрел и сразу захотел записать видео на эту тему со всеми своими мыслями. О том, что понравилось, и о том, что возмутило. Прям конкретно. А потом я понял, что бы я ни сказал, это будут в 80% спойлеры. Поэтому я сделал это. Круто, да? Я знаю. Сейчас кто-то из вас может мне написать. Слышь ты, только Тор может рулить молотом. Не ты, Тор. И в общем-то я согласен, очень даже. Но вы понимаете, там как бы в фильме... Чуть спойлер не вырвался. Ай-яй-яй. Ладно, не суть. Это же все по фану. Если интересно, как сделать себе такую фотку в инсту, то ставь лайк и смотри видео до конца. Для начала нужно сделать правильную фотографию. В чем ее правильность? В том, чтобы после того, как вы подставите молот, он вписался в общую картину. Плюс ко всему, учитывайте его размер и расположение в кадре. То есть, если вы хотите, чтобы было видно лицо, не размещайте руку и голову на одной линии. Типа вот так. А то молот, скорее всего, все закроет. Когда я делал фотографию себе, слева от себя я разместил кольцевой источник света. А справа от себя палку Yongnuo 362 поколения с синим светом. Кстати, по поводу Мьёльнира. Я его отрендерил специально под фотографию в Cinema 4D. И предварительно там же выставил свет такой же, как на мне. Я сделал буквально несколько фотографий и остановился на этом варианте. Ну и первое, что нам нужно сделать, это, естественно, вырезать. Можете делать это пером, а можете нажать на W, если у вас новая версия фотошопа, и у вас здесь появятся такие кисточки с плюсом, минусом. Select Subject. Бум. В целом неплохо. Дальше я хотел бы сразу накинуть фон, для того, чтобы видеть, что я вырезаю. Все-таки у нас тематика бога грома, Мьёльнира, и это все связано как бы с бурей, непогодой. И следующим нужно добавить молот. Вот он у меня здесь подготовлен, уже вырезан. Перекидываем его на общую фотографию. Дальше нужно сделать так, что как будто бы этот молот летит мне в руку. Ну и сразу видим, что нужно кадрировать. Может быть так. Так, я думаю, что нужно увеличить себя как минимум. Как-то вот так. Молот я тоже увеличил. Так, и сейчас нужно привести себя в порядок, убрать вот эти вот все косяки. Дальше нам нужно сделать так, чтобы все элементы более-менее друг с другом сочетались. Создаю Hue Saturation. Правой кнопкой мыши Create Clipping Mask. Все, что вы будете сейчас делать, будет применяться только к тому слою, к которому вы прикрепили этот эффект. То есть я сейчас буду понижать, например, насыщенность. Делаю чуть ниже, понизил насыщенность, и сразу видим, что желтый свет на мне соответствует свету на молоте. Дальше нужно подровнять холодный. Для этого создаем Selective Color. И вот в этих двух каналах, голубой и циан, регулируем цвет. Выделю вот эти все слои, которые относятся ко мне, создам новую папку, сделаю копию, нажимайте Ctrl-E, и слои слева. Фильтр, Blur Gallery, Field Blur. Таким же образом размываем фон. Дальше я переношу папку наверх, создаю маску, заливаю черным, беру белую кисточку и прорисовываю свою руку, только там, где ладошка и пальцы. Таким образом я создал глубину в кадре. Если мы добавим молот, если я включу молот, то создастся впечатление, что фокус на нем. Это выглядит более кинематографично. Выглядит вроде неплохо, но согласитесь, чего-то не хватает. Поскольку молот у нас летит на большой скорости, он должен все-таки быть немного смазанный. Идем в фильтр, Blur Gallery, Spin Blur. Вот у нас появляется вот такая фиговинка, мы ее растягиваем. Видите, даже 3 градуса это достаточно много. Берем какую-нибудь классную картинку с частичками, нажимаем скрин в режим их наложения. И ба-бам! Вот это эффект. В принципе, работа готова, но можно накинуть пару кривых, типа вот так. И поделать цвет. Я не знаю, почему мне еще не позвонили с Голливуда. Типа, алло, Сигачев, это Голливуд, у нас завтра выходит новый фильм про Тора, не могли бы вы нам сделать фотографию, как у вас вот в видео? Ты, конечно, очень скромный. Тихо. Мне с Голливуда звонят, не мешай.
Не, но если серьезно, то давайте под видео я оставлю ссылку на молот, причем он уже вырезанный. А вы поставите лайк, если желаете процветания каналу, то сделайте репостик этого видосика. Пойдет? Договорились. Ссылка на молот в описании. И да, если вдруг у вас на фотографии не будет цветного света, как у меня, то просто уберите синий цвет на молоте вот так. Кстати, если уже смотрели фильм, то делитесь своими впечатлениями под видео. Ну и можно пару слов про то, как вам этот видосик. Если понравился ролик, жми лайк. Повторяйте фотку, выкладывайте в Инстаграм и отмечайте меня, чтобы я ее увидел. Уже не терпится посмотреть, что у вас получится. Спасибо за просмотр. Лайк, подписка, комментарий, жми на колокольчик, чтобы первым смотреть новинки. И скоро снова с вами увидимся. Пока-пока.